Всем привет, друзья! Сегодня на обзоре будет вот такая посылка. Это штангенциркуль с AliExpress. Ну, не простой, а очень интересный, сейчас увидите. И очень востребованный. Особенно у любителей точных измерений. А также у мастеровых, типа токарей. Вот такой огромный штангенциркуль с механическим микрометром. Сертификат. Вот здесь вот китаец прям ручкой написал серию, номер. Покрыт он маслицем. Вот такая у него есть. Видите? То есть двигается и микрометр меряется. Сейчас вот на нуле мы можем, вот ноль, здесь чуть-чуть оно, и мы можем, наверное, вот этой поднастроить. Он очень длинный получился. И здесь есть еще и такой штифтик запасной. Больше, в принципе, ничего нет. Вот такой штифт. От чего он? Я даже ума не приложу. От чего-то. Это, наверное, вот отсюда он как запасной идет. А ну давайте попробуем его вкрутить сюда. Нет, он не вкручивается, значит, он не отсюда. Здесь меньше. Ага, и настраивается он путем кручения просто самой. Ну вот где-то так вот, на ноль. Вот так его настраиваем и фиксируем. Крепенько, раз. И вот он вот так вот будет работать. А эта штука, вот этот вот бегуночек, для того, чтобы мы... нам было удобно им ездить. Очень грамотная вещь. Давайте, мне тут на токарном станке нужно кое-что померить. Вот мы его сейчас и испробуем. Отводим станок. Значит, померить нужно расстояние от вот этой станины до кончика. Так, меряем резец. Он у меня 12 сантиметров. Ну вот и посмотрим. 12 миллиметров точнее. Ну вот его 12 миллиметров, ну и не точно, да? Неровно, то есть он не доходит 12 миллиметров, и тут какие-то еще микроны не бьются. Чуть-чуть больше, чем 12 миллиметров. А, чуть-чуть меньше даже получается. Он был бы вот так. А так вот он свободно ходит. А ровно получается
три десятки не доходит. Ага, вот здесь вот больше. Здесь две десятки не доходит. А здесь три с половиной десятки. А здесь две десятки. Вот здесь одна десятка. Ага, вот так вот уже бьет. Скорее всего, вот это у него немножко. Но это просто надо выучить. То есть вот так он бьет. Не, все равно не бьет. Так, ну да ладно, запомнили, 12 миллиметров без трех десяток. Ставим сюда его и меряем. Вот такой огромный длинный штангенциркуль. Значит, 12 сантиметров 6 миллиметров и 3 с десятки с половиной. Ну, как-то так. Вот такой вот аппарат. Размер можно, ну, и поменьше. Я вот 30 сантиметровый заказал. Конечно же, наверное, это много для работы в токарных условиях. Ну, у меня вот так получилось. Видите, вот опять на полсотки он ушел. Вот такой вот агрегат, друзья. Вот такого он размера в руке. 30 сантиметров. Там можно, кстати, вот я ссылку оставлю. Можно заказать и поменьше себе. Так что заходите. Заказывайте. Придет он вам в такой колбе, как и мне. В тубусе в таком. Получите еще вот такой запасной штифт. Для чего-то. Только для чего я... А, вот он, вот сюда. Все, теперь понятно. Вот, вверх. Это для того, чтобы фиксировать. То есть померили и зафиксировали. Вот, допустим, вот так, раз. И вот он, все, не движется. Либо движется. Как-то так. И получите вы сертификат. О том, что он прошел и отвечает всем стандартам. Как-то так. Все, всем спасибо, всем пока. Ссылка будет в описании.